2 ноября в Чебоксарах в ДЮСШ «Спартак» состоится 4-й межрегиональный турнир по дзюдо «Дети Чуваши за здоровый образ жизни». Традиционный турнир, в котором примут участие юные дзюдоисты России, проводится уже 4-й год под патронажем УФСКН России по Чувашии. Предполагается приезд порядка 300 участников 2001-2003 годов рождения. Победители будут награждены кубками, медалями, ценными подарками. Справочную информацию о проведении турнира по дзюдо можно получить в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Республики по номеру телефона 8-960-300-00-22. Заявки необходимо подать до 26 октября на адрес электронной почты Чебоксарского клуба «Профи-дзюдо» профи-джудо-собакамейл.ру или по факсу 23-01-13.